Всем привет, с вами компания iOS Electronics, и сегодня я вам расскажу о нашем Smart TV медиаплеере, который вы можете опционально приобрести с любым нашим телевизором. Медиаплеер выглядит вот так, отдельно о нем вы можете посмотреть видео на нашем канале, которое расскажет вам о комплектации. Для подключения к телевизору нам понадобится сам медиаплеер, аэромышка и USB-провод для питания. Давайте попробуем подключить его к телевизору. Для этого нам понадобится HDMI и USB-провод для питания нашей приставки. Это еще одна особенность наших телевизоров, что USB-разъем может подавать питание. Убираем. Давайте включим наш телевизор. На этом телевизоре уже запущен HDMI, и сейчас приставка начнет подгружаться. Итак, наша приставка запущена. Сейчас появится аэромышка. Вот она. С помощью этой приставки ваш телевизор превращается в полноценный планшет, разве что без сенсорного экрана. Но о телевизорах с сенсорными экранами вы можете отдельно посмотреть наш видеообзор на канале. Итак, вы можете выбрать и установить любое приложение из Play Market. Кнопочка Back возвращает нас на главный экран. ТВ-приложение, YouTube, карты, браузер, все что угодно, со всеми функциями Android. Ну, давайте попробуем запустить YouTube. Так, загрузка пошла. Как видите, все загрузилось. Давайте попробуем включить мультфильм. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, задавайте вопросы, на которые мы с удовольствием ответим.